День добрый, друзья. Сегодня хочу поднять такую тему на тренировках, как большие веса. Вот. Сам я большие веса использую в довольно большом количестве упражнений. Вот. Ну, кстати говоря, использую также и небольшие веса. Там в проработке пальцев, пронатора, супинатора. Вот, то есть там буквально несколько килограмм. Иногда, ну, как бы чередую большие веса с маленькими весами. То есть идет работа больше на выносливость. Считаю, что без больших весов как бы большую силу не нарастить. Но, естественно, если нет силы, то и уже где-то в борьбе просто будешь не дотягивать. Ну, еще как бы большие веса, та же статика дает жесткость, что тоже как бы немаловажно. Вот. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Все, всем спасибо. Let's go! Стоп!
Что есть у нас завтра?